есть куча заинтересованных душ, глаз, которые хотят ознакомиться с декларированием доходов физических лиц и со всеми смежными вопросами. Поэтому позвольте представить наших уважаемых гостей, которые пришли сюда, чтобы с вами поделиться своими знаниями и ответить на вопросы. Значит, к нам прибыли начальник отдела налогообложения физических лиц Соболь Ирина Борисовна. И главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Кирьянова Нина Михайловна. Ну а сейчас мы приступаем вот как раз к этой тематической, очень важной, интересной беседе. Просим ее задавать вопросы. Это, хотя аудитория такая насыщенная, полная, то после выступления это будет фактически круглого стола. Так что в добрый путь. Всего доброго.